Якоба. Вот интересное дело. С утра они травку грызли. Грызли. Щипали. Мы сейчас с собаками покушали. Вышли погулять. А я еще за почтой прошел, вот тут как раз мимо. Они стоят, меня ждут. Можете представить? Бросили траву щипать и смотрят на меня все. Ну, блин, ну как? Что делать? Пошел домой, взял булочек, набросал. Вон они грызут. Вот вам с утра были гусики утрешние, а сейчас обеденные. Вот они же, только почему-то их 7 стало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Уже 6. Их трудно считать, они все время перемещаются. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, 6. А с утра было 7. Да не важно. Вот они все. Да, я им булочки набросал. Вот им нравится, конечно. Еще бы. Трава травой, а хозяин, булки давай. Булки, давай, хлеба, хлеба. Ну вот так, ребята, опять немножко. Просто в удовольствие. Посмотрите, вот они ходят. Вон, булочку нашел, видите, да? Булочку нашел и грызет, нашла. Ого, а это подрались еще. Да, так. Это дела семейные, наверное. Что там? Ну все, я пошел. То собаки ждут косточки еще. Мы пришли с гуляния, косточка им не дал. Тут целый день у меня конвейер. Там хлеб, там косточки, еще кашу варю на плите. Ну ладно. Пока-пока.